собрались по поводу судейства, наших работ. Работы все приняты, дедлайн закрыт, как говорится. И теперь самое главное, самая суть – победители. У нас будет несколько этапов. Те работы, которые пройдут в номинацию «Фотооткрытка», потом из этих будет выбрано те, кто войдет в экспозицию выставки. И уже далее, третий этап – это первые, вторые, третьи места. А по количеству, ну, более 150 работ принято, какие-то отсеивались, некоторые присылали более 3 работ, ну, у нас по регламенту в этом году положено только 1, 2 или 3, поэтому вот у нас так получилось такое количество. Но вот принципиально каких-то новых тем по Оренбургу не появилось, то есть, ну, это традиционная архитектура, улицы, люди, ну, в общем-то, хотелось бы, чтобы все-таки разнообразнее были сюжеты и, может быть, поинтереснее ракурсы, вот, все-таки не сильно отличается от прошлогоднего. Есть несколько интересных работ, вот именно как раз это уличные съемки, то есть жители города, дети, то есть, ну, эмоциональные снимки и вот, очень динамичные. Были разноплановые работы, совершенно разные, технически не до конца доведенные до ума, но с историей, а были очень четкие, качественные, но недостаточно, может, где-то додуманные, а были фотографии полные души и настроения. И я даже по-новому увидел город, интересные места, которые я вроде бы считаю, что знаю город, что я их не узнал. Мне понравилось, что люди не зацикливались только на архитектуре, рассказывали о жизни, о горожанах, о персонажах. В разные времена года были сняты снимки. И с использованием каких-то технических средств, штативов, длинных выдержек и снятых на мобильный телефон.